участвовали в масштабных проектах, во всероссийских, международных. А раз у нас в концепции заявлено, что мы являемся некой квинтэссенцией, некой швейной машинкой, которая соединяет воедино несколько нитей культуры, то, соответственно, мы решили также вплестись и в такую акцию, как музейное селфи. Сделать селфи на фоне музейного пространства, на фоне нового фильма про Михаила Копьева, я думаю, что это станет отличной традицией. Мы решили к ней присоединиться на день раньше. Это, наверное, во-первых, зависит от нашего расписания, потому что мы работаем вторник, четверг и воскресенье. Но, во-вторых, мы решили стать пионерами в этом деле и, соответственно, попробовать присоединиться раньше, выложить фотографии раньше, чтобы раньше узнали о нашем новом арт-пространстве «Фабрика». Thank you.